темные листья, это такой Coral Bell. Такой сорт. Он уже отцвел. Это Boxwood, лично зеленая. Это Astilbe. Уже в конце цветения. Еще одна Astilbe. Это как-то называется Pisk-Quick. Писк, свинячий писк. Опять Coral Bell, вот кстати название сейчас снимем. Обсидиан. Да, черный. Нет, вообще-то она не отцветает, она еще не зацвела толком. Astilbe. Фолс спирея. А потом Шардоне. Что это такое? Шардоне и Пиолос. Не знаю, к чему относится. Ну, посмотрим. Так. И вот здесь очень красивый куст. Хайдренджи, тоже по-русски забыла. Хайдренджи. Тут молодые еще светлые. Все в разное время распускаются, разный окрас. Очень интересно. Здесь вот немного фиолетового, голубого. И розовые есть, розоватые. А там прямо розовая одна шапка. Такие разные. В то же время совсем светлые бутоны. Бледно-голубые есть. Вот Coral Bell, другой сорт. Очень интересный. Яркая изнанка. Здесь они такие немножко серебристо-зеленые. И бордовая изнанка. Тоже уже отцвели. Вот на них немножко образовалось семян. Здесь побольше. Так, а где название сорта, интересно? Ну, вижу табличку. Да, не видно. Потому что там уже другая. Опять. А вот Coral Bell еще цветущий. Еще немножко цветочков осталось розовых. Название сорта тоже не вижу. Опять Хайдренджа. Более декоративные листва.
И остиль был. А вот здесь красивые лилейники. Сорт Тайдл Пул. Некоторые еще не цветут. Отцветшие луки. Крупные такие были. Какая-то, может, какая-то травка интересная. Один лилейник. Ой, даже еще ирис цветет. Вот такой красавец. Ой, чудо. Или это лилейник? По-моему, это ирис. Да, это ирис. Вот даже еще есть бутон. Японский ирис. Вот он. Да, очень красиво. Так, это лилейники. Здесь вот красивое такое растение необычное. Я не очень понимаю, что это. Это называется Pineapple Lily. Сейчас я сниму название. Вот. Такая необычная лилия. Рядом лилейник. Название сорта не вижу. Где-то в листве. Палевый. А рядом вот такой желтый. Лимонный. Это вот трава такая, зебра. Еще один сорт лилейника называется Rainbow Eyes. Или правда? Где тут Rainbow? Непонятно, ну понятно, вот это вот, видимо, разводы такие. Радужный глаз. Глаза, вернее, радужные глаза. Так общий вид немножко, да? Там флоксы уже зацвели. Поля нарциссов весной бывают. Сейчас просто травка. Качели на дубе.
Хорошо. Ну вот еще один веник тут. Красивый на самом деле. Как же он называется? Посмотрим. Рядом, не знаю, какое-то интересное растение. Название неизвестно. Ну ладно. Тропический тут вот есть. Гортензия, вспомнила вот этот куст, замечательный гортензия. Это стрельба, вот яркое пятно. Снимаю на солнце. Это вот радужные глаза лилейник. Это вот японская трава такая. Этот лилейник. А, вот тут название есть. Lady Fingers. Пальчики леди. Пилёк. Да, вот эти ирисы совершенно необыкновенные. Это бабочка, что такое в названии. Вот этот красивый куст такой. И вербена красная под ним. Это вот вербена. Кустики. Яркие такие. А этот кустик называется Snow Fairy. Снежная фея. А сзади него что-то очень интересное, фиолетовое. Очень интересное. Такой медонос, там столько пчел. К сожалению, не знаю, как называется, но название не вижу. Это лантана желтая. Вот лантана такая розовая. Желтая, она меняет цвет в зависимости от возраста цветка. Это опять вербена. Так, что же это вот такое интересное? Так отсвечивает солнце.
Тут я таблички не вижу. И здесь не вижу таблички. Ну, ладно. Тут очень много их.